Перед малыми городами республики открываются большие перспективы. Развитие экономики и социальной сферы муниципалитетов – одна из ключевых задач майского указа президента. Как приоритетные проекты улучшают медицинскую помощь и подготовку квалифицированных кадров в «АЛЛАТРе», проинспектировал глава республики. Рентгенный телевизионный аппарат, дефибриллятор, передвижной медицинский комплекс. Все это инвестиции в развитие первичного звена здравоохранения муниципалитета. В следующем году должны поступить и новые машины скорой помощи. Проблема нехватки спецавтомобилей была поднята еще в сентябре. Тогда глава региона также приезжал в АЛЛАТРь с рабочим визитом. Михаил Игнатьев проинспектировал и ход капитального ремонта детской поликлиники. Работы начались летом. Уже до конца года необходимо обновить фасад, заменить инженерные сети, кровлю и деревянные перегородки. Цена контракта с подрядчиками превысила 15 миллионов. Крайний срок – 20 декабря. Все заказано. Все будет. Ну, мебель будет. Да, то есть мы под ключ. Параллельно закупка ведется сейчас? Ведется закупка. Да. Параллельно. Мебель. 20-е – все. Все должно быть обставлено. Кадры для предприятий муниципалитета куют в этом колледже. Ежегодно более 300 выпускников, от кондитеров до инженеров систем ЖКХ. Его студенты – неоднократные призеры чемпионата «Молодые профессионалы». Первый курс не теряется, он первый курс самый такой, он целеустремленный. Подготовку специалистов инвестируют многомиллионные суммы. Недавно был отремонтирован учебный корпус. За счет бюджета республики кабинеты оснастили компьютерами. Чтобы уже готовить специалистов по компетенции, которые отвечают современным требованиям. Новые макеты тракторов и машин, которые необходимы для учебного процесса, приобретут уже в следующем году. На встрече с руководителями города глава региона обсудил перспективы развития муниципалитета. Касаясь, конечно, оборота организации, касаясь оборота розничной торговли, у вас рост, касаясь инвестпрограммы, с учетом четвертого уточнения, соответственно, 81 миллионов рублей. Касаясь поддержки малого и среднего бизнеса, по этому году там около 45 миллионов рублей. Многомиллионные суммы на реализацию муниципальных проектов направят и в следующем году. Но необходимо наращивать и доходную базу местного бюджета. Глава региона отметил, что у города высокий потенциал. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.